Всем привет! Я сегодня вас хочу позвать на одно событие, день рождения компании Super Ego, которое будет проходить 11 и 12 мая в Москве, в Крокус Сити. На этом событии будут происходить очень классные мероприятия. Это два тренинга Даши Трутневой, это выступление Майкла Нобеля с Нобелевского фонда. Будут также выступать и ученые, рассказывать нам про влияние мозга на нашу реальность, возможно, как про наши проработки в мастер-кит влияют на наш мозг. На самом деле это большой секрет, но, в общем, самое главное, что там будут выступать ученые из МГУ, из Баумана, и это очень интересно от прямых уст узнать всю правду о себе, о наших возможностях мозга, и также, что все проработки, которые мы делаем в мастер-кит, они не просто так, а имеют влияние на нашу реальность. А также я туда еду пообщаться с единомышленниками, которые в методике, которые знают больше, чем я, о законах Вселенной, о законах реальности, о квантовой физике, о психологии, социологии. Ну и также просто провести классное время, погулять, пообщаться и получить такое вдохновение на следующий год, чтобы верить в себя, чтобы не бояться что-то делать, творить. И уверена, что после этого события у меня будет какой-то квантовый скачок, какое-то будет яркое событие в жизни, которое поменяет его очень-очень сильно. И мне хочется перемен в жизни, потому что хочется все-таки шагать, перешагивать на следующий уровень, да, своего развития, своего какого-то благополучия. И я на это очень надеюсь и в это верю. И также, когда я узнаю про отзывы своих коллег или своих подружек, которые ездили в прошлом году на Open Day, они в огромном восторге. Для них это вообще нельзя событие такое пропустить, потому что они знают, что за этим стоит. И когда я купила методику Master Kit, через 2-3 недели я решила поехать на Business Day в город Казань, на мероприятие, где слетаются лидеры этой компании, акционеры, в том числе Даша Трутнева, с которой я увиделась вживую, это так здорово и классно. И они рассказывают вообще о своих проработках, о своих достижениях, о своих результатах. И когда ты можешь напрямую от человека узнать, как она вылечила своего ребенка от рака или от аутизма, или как другая девушка смогла масштабировать свой бизнес на мировом уровне, как она смогла принять материю, и то есть она всегда отрицала свои деньги, свои возможности. Она говорит, ну как, мне и без денег хорошо, и мне и без сумочки Шанель тоже неплохо жить. Ну, на что она, когда проработалась, она поняла, что как я могу говорить, как мне хорошо жить без сумочки Шанель или там без какой-то люксовой машины, если я так никогда в жизни не жила. И когда она проработала деньги, она масштабировала свой бизнес, у нее пошел огромный доход, да, я не могу сказать в суммах, сколько это, но она смогла потом позволить себе как бы уровень качества жизни, и теперь ей очень нравится. То есть очень важно именно разъединять духовность и материю. Могут быть богатые люди как духовные, так и не очень-то, да, духовные, или наоборот, духовные люди, у которых высокая духовность, они могут быть и богатыми, и не очень богатыми. То есть эти вещи вообще между собой не связаны, их нужно разъединять. И к этому пониманию нужно тоже прийти, и в этом плане мастер-кит очень сильно помогает людям. Так вот, когда я была на этом событии, у меня был огромный восторг, очень был большой прилив энергии, и у меня прям сердце, эмоции разрывалось от счастья, как здорово находиться
все-таки люди с высокими вибрациями, которые очень счастливы, успешны, они прям это как волна тебя накрывает, и тебе там очень хорошо. И я там кайфанула. Знаете, я вообще давно так не наслаждалась от какого-то концерта или от какого-то театра, спектакля. Меня почему-то перестали эти сцены как-то трогать, восхищать, восторгать и мотивировать. То вот эти события, они как раз вот тебя, в общем, дают тебе такое, как сказать, квантовое такое наполнение. Неправильное, наверное, выражение, но, в общем, самое главное, что после такого события ты получишь огромное удовольствие, восторг и мотивацию, чтобы менять свою жизнь, чтобы достигать свои мечты и желания, и чтобы тебя ничего не останавливало. И очень важно, конечно же, оказаться в окружении таких единомышленников, которые тебя поддержат, которые не скажут, что «фу, ты хочешь нарисовать какой-то шедевр», или там ты хочешь купить дворец, ты же простой человек, ты же не можешь жить в этом во дворце. То есть к этим твоим мечтам относятся очень спокойно и говорят: да, конечно, давай, дерзай. И это здорово. И потому что люди, которые на высоких вибрациях, которые знают, как поднять свой ментальный уровень, качество жизни и свою духовность, они все-таки верят в то, что человек все может, и вот как ему кажется в своих мыслях, в воображении, какая у него должна быть жизнь, такая она и будет. Просто нужно убрать эти вот установочки свои, какие-то убеждения, которые мешают к этой жизни приблизиться. Ребята, подписывайтесь на мой канал, с вами Саша Коробейникова. Увидимся с вами на Open Day. Ссылочку на это мероприятие я тоже приложу под видео. Всем пока, счастливо!